Итак, друзья, я отправляюсь домой, но заодно, конечно же, грех идти с выключенной камерой. Посмотрите на наш причал, на наше солнышко, на отдыхающих людей. Там он на берегу лежит шарик, любуется закатом, но не буду его тревожить, это покажу вам всем любителям, что вот он наблюдает волны. Побежал. Ну, я пойду дальше. Не буду ему мешать любоваться. Идемте. Идемте в сторону. Класс. Тут вот всю дорогу иди вот так вот. Направь камеру на солнце, и будет красиво. Летают чайки. Я тут решил сбить. Я не понял, они камешки подкидывают чайкам или все-таки еду? Если еду, то чайки, конечно, ее будут ловить. Но если камешки, то вряд ли. Чайки же они тоже умные. Вот, скорее всего, это просто камни. Ну, напрасно уже птичек-то брадите. Камешки чайки не едят. Хотя нет, я, наверное, ошибся. Вот, да, какое-то что-то съестное такое вот есть у ребят. Они вон там берут и подкидывают. Нет, нет, еда. Еда тут что-то чайки не подлетают. Не успевает. Девушка, вот поближе к себе вот так вот подкидывает, они прям к вам будут подлетать. Не кидайте в воду, рядом кидайте. Они достают. Что-то какие-то пузливые чайки. Это тут тоже прикармливают. В общем, у чайки тоже сегодня праздник. Ну почему-то, кстати, я заметил, они не подлетают близко. Вот на морской звезде они прям вообще там чуть ли не на руки садились. И чайки, и голуби. А вот тут как-то так побаивается.
прям бой у них. Ну, думаю, вы насмотрелись. Все с радостью наблюдают, как кормят птичек. А я потопал дальше. Солнце по-прежнему еще не скрылось. Я уже прошел его сколько. А оно все светит и светит. Ну, пускай светит. Чем больше света, тем лучше. Девчонки там, как всегда, фотографируются, он уже, смотрю, поснимали куртки в одних футболках. Скоро-скоро все их не друзья и подружки обзавидуются. Хотя, наверняка есть фотографии, которые были сняты день, два, три назад, когда была вообще жара. Сегодня все-таки попрохладнее, все-таки 11-12 градусов. И слава богу, дождь закончился. Завтра будет должно быть хорошо. Смотрите, сколько людей вышло на берег посмотреть на солнышко. Ну, этот. Ну, это гораздо меньше, чем было еще вчера, позавчера. Тут уже. Тут как бы не поспоришь. Но, тем не менее, еще есть. Все модельные агентства сюда прилетают фотографироваться. О, какая. Симпатично. Кто-то еще гуляет по набережной, есть, не все смотрят солнышко. Ну, как бы вот так, ребят. Вот это у меня получилось две части вечерней прогулки. Ну, и ладно. Надеюсь, не сильно вас загрузил. Еще раз прошу вам сказать, как вы сейчас, слышите ветер или нет, как хуже, лучше. Я сегодня, точнее сейчас, без этой штучки, которая того... Ну, вы поняли. Которая ветер должна заглушать. Она промокла сегодня днем. Вот. Ну, опять, как всегда, иду по колораж домой. Ничего нового. Хотя, почему ничего нового? Утром был дождь, а сейчас солнце. Вот уже новое. Зелененькая. Красивенькая. Иногда вот спрашивают меня даже до сих пор, а что, действительно, что ли, зеленая листва в комментариях? Действительно, ребят. Честное слово, никакого монтажа. Нагнули, они круглогодично зеленые. И вот эти вот кипарисы или кто-то, что-то из их под вида. Они тоже все время зеленые. Но иногда желтеют почему-то, когда вот цемент там умирает. А магнолия круглый год у нее опадает листва. Это как бы определенный минус, конечно, есть. Так как все время надо подметать за ней. Но с другой стороны, она всегда зелененькая, красивенькая. Однако, к сожалению, я так думаю, что лет через несколько здесь будет очень мало магнолий. К великому моему сожалению. Как вы знаете, мы их, точнее не мы их посадили, а их посадили практически чуть-чуть на год раньше, чем родился я. И вот им сейчас, так, это мне будет 20. Короче, им где-то 47 лет. Сейчас. Где-то так этим деревьям. Но многие уже болеют очень сильно.
Привет. Многие, видите, сюда такие вот облысели, так сказать. Какие-то вообще высохли, есть такое. Вот у нас около дома высохло. Но мы на ее место посадили уже другое деревце. Тем, кто смотрел мой параллельный канал, знает какое. Ладно, друзья, все. Я уже прогулялся, все. Наснимал вам, получается, два ролика сегодня. Сейчас еще выложу как-нибудь. Что-то вы увидите завтра, потому как я не успею при всем своем желании, даже не знаю. Как. Ну, в общем, будем что-то выдумывать. Так как завтра, возможно, меня не будет. Всем пока. До новых встреч в эфире. Привет из Лазовского.